Вечером 27 марта сотни ивановцев пришли на траурную акцию в сквер мастеров. У многих в руках цветы, свечи и мягкие игрушки. Вместе со всей страной жители областного центра почтили память погибших на страшном пожаре в Кемеровском торговом центре. По официальной информации, огонь унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. В считанные минуты пьедестал у памятника Фрунзе превратился в мемориал скорби. Аналогичные акции прошли в этот день в десятках городов по всей стране. Трагедию на Кузбассе ивановцы восприняли как личное горе. 28 марта объявлен днем общенационального траура.